Мурманской области, похоже, появился свой объект искусства, который может бросить вызов самому обсуждаемому образу прошлых лет Нововоронежской Аленке. Набережную Кандалакши теперь украшает скульптура русалочки. Накануне памятник торжественно открыли, а сегодня его уже обсуждает вся страна. Автором этого произведения стал местный умелец, манеру которого относят к recycled art. Проще говоря, он создает арт-объекты из металлолома. Вот и русалочка, собрана вся из шестеренок и гаечных ключей. Зрители, конечно, требуют пояснений. К примеру, почему принц маленький, а русалочка держит его в крепкой железной руке? И что у нее с лицом?